Обследовав территорию по улице Барбюса, около дома номер 18, обратил внимание на гражданина, схожего по приметам. Принял меры к его задержанию, задержал, передал экипажу для доставления в отдел полиции. Задержанный вину отрицать не стал и сразу же сознался в содеянном. Впрочем, это и не имело смысла. Продавщица опознала обидчика, из его карманов извлекли всю дневную выручку молочницы. Теперь мужчине предстоит объяснить свой нехороший поступок сотрудникам полиции, который, в свою очередь, проверит налетчика на аналогичные преступления.